Петрович, у вашей вынес на рассмотрение коллег стратегию развития строительной отрасли на ближайшие 4 года. Она тесным образом связана с реализацией 2 нацпроектов – «Жилье и городская среда» и «Экология». Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком – одна из главных целей нацпроекта «Жилье и городская среда». Работа в регионе ведется в 3 направлениях – увеличение жилищного фонда, устойчивое сокращение и расселение аварийного жилья и формирование комфортной городской среды. Сегодня более 15% семей Чувашии нуждаются в улучшении жилищных условий. Для них Минстрой предусматривает субсидирование процентных ставок по ипотечным кредитам. Большое внимание уделяют составлению проектной документации. Говоря об уже построенных объектах, Олег Николаев отметил, что многие жители Чебоксар высказывают недовольство отдельно стоящими высотками, в основном в районе ХБК и речного порта. Временно исполняющий обязанности главы региона призвал определить зоны, где ни в коем случае нельзя допускать высокоэтажную застройку, а в будущем при составлении плана развития города учитывать мнение жителей.